Следственным управлением УМВД России по городу Севастополю в отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за вымогательство денежных средств в крупном размере. По полученной информации сотрудниками службы ОФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, местный житель, имеющий отношение к региональной организованной преступной группе, четырежды судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы, вымогал деньги у одного из предпринимателей нашего города в размере более 500 000 рублей. При получении части денег в размере 300 тысяч рублей злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ с поличным в одном из кафе Севастополя. В отношении него следственным управлением УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в крупном размере». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники полиции и спецслужбы проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление соучастников совершенного преступления и иных эпизодов деятельности организованной преступной группы.